25 тысяч армян живут, работают и учатся в Тюменской области. Это одна из представительных диаспор в регионе. Например, в Ишиме есть памятник многовековой русско-армянской дружбе. Братскому народу посвящен Хачкар в Тобольске. Он установлен летом прошлого года по инициативе армянской диаспоры. Это около 600 человек. И все они трудятся на процветание своей малой родины. Ольга Куричко подробнее. Выражение «армяне своих не бросают» точно про них. Эту пекарню поднимали всем миром, когда в семье Паранян умер глава семейства. Вдове и детям посоветовали заняться национальным хлебом. Построили здание, оборудовали специальную печь-тандыр. Процесс приготовления превратился в кулинарное шоу. Загорелись своим делом. То есть не хочется на кого-то работать, хочется уже как бы зарабатывать своим трудом уже все. И вот поехали, увидели такое дело. Ну, хлеб. В новинку, здесь у нас в городе вроде такого нету. По соседству сплошь земляки. Здесь они покупают ветхие дома, сносят, а на их месте появляются объекты бизнеса. В том числе и на улице Ремезова. У нас где-то считается 70-80 семьи, да, армяне. Но здесь в основном, да, у них свой бизнес. На этом улице находится 7 объектов армянского бизнеса. Эврик Араян, один из первых в Тобольске, основал ювелирную мастерскую почти 40 лет назад. Говорит, все как на исторической родине. Да там можно сказать, что каждый третий человек ювелир, потому что интересует. Интересно же какой-то орнамент сделать с чего-то, с серебро, с золота. Приехали сюда, чтобы работать и показать, и сказать, что вот армяне как успевают и умеют. Важно и то, что здесь национальные традиции передаются из поколения в поколение. Совсем недавно открылся класс по изучению армянского языка. Благодаря вот, деятельности армянской диаспоры у нас появился хачкар. Эту мастерскую организовали два брата. Один делает ключи, другой ремонтирует обувь. Недавно помогли актерам фильма «Тобол». Группа постановщиков, они как-то пришли к нам. Сказали, что у каскадеров в Скорске вот кадр снимает на улице и обувь скользят. И большое удовольствие было сработать с этим коллекцией. В настоящее время в Тобольске проживают 600 армян. Вместе они и в будни, и в праздники, по праву считая многонациональную Тюменскую область своим родным домом. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время. Поверка счетчиков воды без демонтажа. 450 рублей. Телефон 531 513.